Пересадка сердца должна стать обычной операцией, так считают столичные кардиологи. На днях в Астане была выполнена трансплантация сердца 58-летнему пациенту. 8 месяцев назад ему вживили искусственный левый желудочек, благодаря чему последующая замена всего органа прошла успешно. И сейчас пациент уже чувствует себя хорошо. Новое сердце доставили из Алматы с использованием специального прибора Transmedix, который позволяет хранить органы до 12 часов. Благодаря согласию родственников умершего донора на использование его сердца, печени и почек право на жизнь получили еще 4 человека. Сегодня трансплантацию сердца ждут около 200 человек. Среди них есть и дети. Между Казахстаном, Россией и Белоруссией был подписан договор. И в этот день я был тоже там, во Дворце независимости, когда пришла информация, что есть потенциальный донор. И, возможно, будет операция. Знаете, что у нас 2 казаха, 1 белорус. Вот среди пациентов, которым мы сделали трансплантацию сердца, вот пациент русский. И это происходило как раз, когда было подписание 29-го. И мы даже немножко шутили, что у нас тоже вот Казахстан, Россия и Белоруссия были представлены среди наших пациентов, которым была выполнена трансплантация сердца.